Всем привет, друзья! Ну вот и дождались. Компания Xiaomi выкатывает несколько моделей Redmi Note 12 именно глобальной версии. Что примечательно, на данный момент я пока что насчитал 4 модели. То есть это Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Это самый флагман из всех 4 моделей. И знаете что? Очень интересная модель, но цены, как по мне, ну смотрите сами, как-то уж больно недешево, учитывая то, что на Алиэкспрессе свой курс доллара, и он не привязан ни к какой бирже или к официальному курсу доллара в вашей конкретной стране, они это все делают по-своему, поэтому, думаю, будет недешево. Вот, пожалуйста, 400 баксов, да, это будет глобальная версия, вот здесь указано, и все это состоится 6 апреля. Буквально вот-вот, ну вот сейчас я записываю 2 апреля. Уже можно, я так понимаю, положить в корзину и ждать, и что же за это вы, собственно, получаете. Давайте посмотрим. Все-таки глобалка, все ее так ждали, уже несколько месяцев все ожидали, ожидали. Я уже, не знаю, потерял всю надежду и даже вот приобрел Poco X5 Pro. Тем не менее. Так, ну тут у нас для начала идут подарочки, но это первые 35 заказов. Будет 5 штук разыгрываться наушников Xiaomi Buds 4 Pro. Далее будет 10 штук Redmi Watch 3 и 20 штук Xiaomi TV Stick 2K. Ну, честно говоря, даже можете не пытаться, 35 заказов первых вы даже и не то чтобы не успеете, даже и плюнуть не успеете и заказать, причем это уйдет. Не верю в это все, даже не надейтесь. Redmi Watch 3, вот пожалуйста, 1,75 дюйма, AMOLED дисплей, можете заказать за $90. Ну, не знаю, как по мне, дороговато, учитывая то, что здесь будут шикарные толстые рамки. Конечно, на фото они этого не покажут, чтобы это смотрелось все реально очень красиво. Имейте в виду, будут рамки. Итак, глобальная версия Redmi Note 12 Pro 5G. Что же мы получим? Самое главное, Dimensity 1080. Ну, в общем-то, очень даже неплохой процессор. Такой средний процессор, можно сказать, игровой. Вантуту наберет примерно около 500 тысяч попугайчиков, баллов. Потянет на высоких настройках все требовательные игры. Неплохой, хороший процессор от MediaTek. Но я все-таки предпочел бы, наверное, все-таки от Snapdragon. Допустим, как на Poco и X5 Pro на моем установлен Snapdragon. Давайте, кстати, покажу. Вот Tess Antutu. Набирает он 531 тысячу попугаев. И установлен здесь Snapdragon 778G. На 6 нанометров техпроцесс. Здесь, кстати, также 6 нанометров техпроцесс. Хороший процессор. Но вот как-то Snapdragon мне больше нравится. Мне кажется, оптимизация игр в целом, обработка фотографии у Snapdragon получше. Но могу ошибаться. У каждого свое личное мнение. Welcome, как говорится. Пишите в комментариях. Но процессор классный. И все же для этой стоимости могли бы, конечно, помощнее поставить. Я даже не знаю, что посоветовать. Но, честно говоря, за эту стоимость, я так понимаю, что они задрали из-за другого. А именно то, что здесь установлено 200 мегапикселей основной модуль камеры. Будет отличная детализация. Наверное, все-таки хороший будет при... Ну, надо подождать, чтобы несколько обновлений было, прежде чем действительно вот этот 200 мегапикселей модуль раскроется в полной мере. 8 мегапикселей на широкое. Угольная камера и 2 мегапикселя, я так понимаю, макро. 16 мегапикселей фронтальная камера. В общем-то, все очень даже неплохо. Ну и что еще шикарного, это 120 ватт быстрая зарядка. Супер. То есть заряжаться он будет реально очень быстро. То есть, ну, примерно за полчаса будет только так, только в путь. USB Type-C. Конечно же, SNC будет здесь. AMOLED матрица 6,67 дюйма Full HD+. Естественно, будет так называемый AMOLED, на AMOLED матрице так называемый Always On, пожалуйста, как и на Poco есть. Но всего лишь 10 секунд, я прям уверен, на 99%. И, конечно, он будет выглядеть так же, абсолютно полностью пластиковый, с прямыми гранями, с таким же точно дизайном, одна и та же болванка, как и Poco X5 Pro. Далее, что здесь еще интересно? Ну, интересно, вот MediaTek, пожалуй, Dimensity неплохой процессор, но все-таки для этой цены... Не супер. Хороший будет дисплей, хорошей яркости. И вот что интересно, то, что он широкой цветовой гаммы. Будет очень насыщенный, хороший
насыщенности детализации, все в таком духе. Вот такой вот вырви глаз насыщенности будет дисплей точно такой же и с такими тонкими рамками, как и на Poco X5 Pro. Это 100 пудов, одни и те же дисплеи, прям уверен. И с шимом здесь также не будет проблемы, они здесь также побороли и на этой модели. Все прекрасно будет с дисплеем, прямо конфетка. Класс. MIUI 14 уже с коробки будет сразу, и Android 12 почему-то указан. Точно 12? Слушайте, а почему не 13? Ну вот это косяк. Надо, конечно, проверять. Стереозвук, двойные колонки. Да, стерео будет классное. Dolby Atmos, 3,5 мини-джек оставили, будет сверху расположен. Wi-Fi 6 уже отлично, и Bluetooth 5.2. Все быстро, все шикарно, все отлично. Поддержка 5G, если вам было необходимо это. Вот, в принципе, самые его главные основные характеристики. 5000 мАч аккумулятор, это полтора суток, двое суток. Темная тема, управление жестами. Смартфон будет летать. В принципе, за дело Dimensity 1080 очень неплохо. Еще на 2-1,5 года хватит. Но имейте в виду, как только выйдет новая модель, какой-нибудь там Redmi Note 13 Pro 5G Plus, китайский рынок, будут прилетать обновления, которые будут потихонечку гасить некоторые функции вашего смартфона, этого купленного, чтобы вы потом не сидели на нем годами, а покупали новую модель. Ну, к примеру, допустим, будут ухудшать характеристики вашего сканирующего пальца, который, допустим, сейчас работает молниеносно, но будет работать в дальнейшем все хуже и хуже. А также яркость дисплея пофиксят, чтобы не был такой яркий, хотя он не очень яркий, но хорошей яркости. Они это умеют, я вас уверяю. Так, ну, комплектация. Зарядный блок в комплекте, провод, как обычно, будет чехольчик, я надеюсь. Почему-то его здесь нету на фото. А, вот есть. Или это отдельно надо покупать? Я чуть не понял, что за косяк. А чехла-то я здесь не вижу. Опаньки, только конвертик. Ну, я надеюсь, хотя бы пленку приклеили. Вот это реально будет косяк. Или что это? Это Redmi Note 12 Pro Plus. Да, плюс. А, у него, посмотрите, закругленные края даже. Ну, это все будет пластик. Я уверен на 90%, на 99%. Если будет стекло, я прям буду аплодировать. Ну и, конечно, дизайн тот же самый, абсолютно. Та же болванка, у них все одно и то же. И не поймешь, Redmi это, не Redmi, какой-нибудь Realme, блин. Какой-нибудь там, не знаю, Oppo, Vivo, все в одном духе. У нас по рассветочкам, смотрите-ка, что имеем. Черный, вот, пожалуйста, белый цвет и голубой. Какой-то вот красивенький, голубенький. Так, а вот что у нас тут по... так, 8256. Ну, слушайте, со старта 8256 это уже неплохо. Если за ту цену, то, в принципе, очень-очень неплохо. Как по мне. За $400. Ну, неплохо. Могли, конечно... Да нет, все шикарно. 12 это было бы слишком оперативки. Так, ну и, конечно, у нас есть оно... А этого сейчас пока не открыть. Опаньки. То есть 8256 пока, да? 12 гигабайт или 500 гигабайт? 512, непонятно. Ну, надеюсь, оперативки добавит. В принципе, 256 гигабайт вполне нормально. Главный упор это дисплей, зарядка быстрая. Неплохая автономность. Неплохая производительность. И фотовозможности. По видеовозможностям этого вам надо рассматривать хотя бы бэушные флагманы. Смотрите в сторону... Уже бэушных флагманов, там будет это гораздо получше. Но все-таки по видеозаписи будет неплохо. Как, кстати говоря, посмотрите, все необходимые здесь сертификации по звуку, Hi-Res Audio, по изображению, естественно, для потребления контента, тех же самых кинотеатры смотреть, все отлично. Ну и, конечно, если вы хотите обновить модель, то стоит покупать, конечно же, на начале, на старте продаж, именно на премьере. Потому как потом подорожает. Я в последнее время не помню, чтобы модели дешевели. Дешевеет только в том случае, когда выходит новая модель и старая уже дешевеет. Те времена уже прошли, когда после старта продаж компания скидывала цену. Только если она плохо продается, эта модель. Но в последнее время такое не замечал. Поэтому, пожалуйста, кладите в корзину и успейте применить обязательно купон. Обязательно применить при этом необходимо тот же самый промокод, если будет. Не упустите шанс. Ну и, конечно, надейтесь, что вам придет все в целости и сохранности. Благо, в последнее время все посылки приходят в целости и сохранности.